Привет всем, меня зовут Дмитрий, и мы с тобой играем в Создателя планет. Собственно, мы с тобой закончили на чем? Мы закончили на том, что у нас с тобой до голубого неба осталось всего-навсего 87,75%. Смотрим про киловатт, и у нас с тобой 16 киловатт свободно. В чем у меня написано, там низкий уровень гидратации, мы сейчас попьем с тобой. Поесть положим. Рюкзак, мне написала Даша. Если я не ошибаюсь, кто мне написал, Даша написала мне, что нужно сделать мне экзоскелет. Да, я прекрасно это понимаю. Мы с тобой сейчас сделаем экзоскелет, чтобы он это... чтобы здесь было больше ячеек. Рюкзак у нас сейчас с тобой какой? Второй, третий рюкзак нужно сделать. Два алюминия, титан. И, естественно, этот экзоскелет. Титан и магний. Пойдем найдем титан да магний. Это кремний, хотя кремний тоже пригодится, знаешь. Титан и магний, титан и магний. Магний и титан, он у нас с тобой вот здесь вот где-то находится по-любому. Вот, например, вот магний. Я решил, что буду выкладывать эту игрушку, ну, типа, вот сегодня мы с тобой в этой серии, в любом случае, короче, намудрим этот, голубое небо. Неважно, сколько она будет, сколько я буду это записывать, выйдет она примерно, ну... маленькая, короче, серия выйдет там на 50 минут, наверное. Я буду вырезать все свои всю свою беготню, вот эту вот лишнюю, ненужную, которую, ну, когда на дальней дистанции, соответственно. Разговорчики, конечно, не сильно убавятся, но в основном... Что я сейчас сделал? Экзоскелет, да? В основном все, что я вот делаю, оно будет, как сказать, убрано отсюда, короче. У нас с тобой есть экзоскелет. Бутылку. Я ж лед расковырял, нет? А, я на него просто посмотрел. Вот такой я молодец. Хотя мне показалось, что я его собрал, нет? Видимо, нет. Выпиваем. Выедаем. И пойдем еще сделаем. А что у меня вот здесь вот лежит? Бутылка воды. Бутылку воды возьму. Уран есть. Иридий есть. Есть 7 лирмы. Нас сейчас с тобой идет достаточно быстро, но недостаточно быстро терраформация. Мы должны с тобой достичь голубого неба сегодня. Соответственно, можно сгонять вон туда. Можно попробовать. А у меня есть инструмент разрушения-то? Вот он и вот он, да, все у меня есть. У меня вообще, в принципе-то, все есть. Просто мне нужно. Просто мне нужно немножечко это самое. Рюкзак побольше сделать. Давай посмотрим, если что сделать можно рюкзак. Алюминий, алюминий, титан, кремний. Алюминий, алюминий, титан, кремний. Херушки у меня не алюминий, не титан, не кремний. Пойдем посмотрим. Маяк, маяк, радиомаяк. Пойдем наверх сходим. Мы с тобой вообще особо здесь нигде не были, да? Мы сейчас с тобой пойдем вот в эту вот... Здесь вроде мы были с тобой. Там даже база построена. Должна быть, да, вон она. Жилая комната стоит. Я вот что понял. Я же все с Сабнафтикой ее сравниваю. Думаю, чем она похожа, чем она похожа. Так она похожа всем. Тут даже жилые комнаты сделаны точно так же, как... ну, точно те же самые, что в Сабнафтике. То есть здесь вообще ничего не отличается. Ты просто смотришь на игру, а это Сабнафтика. И... ну как бы, и вроде бы как бы грустно, что ее смандошили просто так бездарно. А с другой стороны, очень даже неплохая идея игры. Ну то есть здесь ничего плохого нет в том, что ее своровали. Вот эти текстурки своровали, еще что-то. Потому что текстуры, это знаешь, это ерунда все. Текстуры это ерунда, текстуры это херня последняя, ну типа да, это труд человека, который там кровать на двоих, а у меня нет тут второго человека даже, с которым можно поспать. Это труд человека, понятное дело, все дела, но блин, ты понимаешь, что труд человека еще в идее в самой, а идея здесь новая совсем. Здесь нужно терраформировать планету, колонизировать, можно сказать. Мы с тобой первый человек на этой планете. Алюминия наберу, сейчас вообще до жопы будет у меня его куча. Так, так, здесь ничего полезного. Здесь алюминий. Алюминий, магний я брать не буду, потому что магний мне не нужен. Магний и так на улице хорошо растет. Это мы с тобой вроде как читали, и здесь ничего полезного нет. Сюда нужно засунуть термоядерный синтез какой-то непонятный. Что это за машина такая? Вот.
мы идем с тобой обратно дышать. Хотя у меня есть, по-моему, кислородный баллон. Если что, я его могу всандалить в себя, и я буду насыщен кислородом. Вот что я хочу сказать тебе. Мы с тобой сегодня должны сходить во все стороны этой чудесной планеты. И туда, и туда, и туда. Просто. Просто нужно как-то распределить вот эти вот действия мои. Натыкать сейчас этих буров, чтобы... Чтобы знаешь что? Чтобы было... Чтобы просто было. Пойдем. Пойдем к себе на базу. Там поставим бур. Там пару буров поставим, потому что пара буров, она явно быстрее сделает эту планету пригодной. Я не знаю, как оно работает, на самом деле. Это абсолютно антинаучно, но здесь есть, так сказать, идея. И есть интересная идея. То есть, ну, каким образом можно нас еще заставить, не то что заставить, а как еще можно от нас попросить терраформировать планету? Что мы должны, блядь, это копать грядки, что ли, здесь? Плодородного грунта здесь абсолютно нет. Вот. Не знаю, зачем я это разгоняю сейчас, но кислородный баллон Т3, смотри-ка, получился у меня. И я могу сделать, кстати, из железа и кислородного баллона третий кислородный баллон, и у меня будет больше. Да, но я могу сейчас сделать еще и рюкзак, поэтому давай выйдем вот сюда вот. Возьмем рюкзак. У меня сейчас... А, места нет. Смотри. Хуяк. Все, больше у меня ничего с собой нет. Подожди, а рюкзак какой я вылетел? Какого хрена рюкзак-то вылетел? Это не серьезно. Так, ты далеко от не укатывайся. Давай посмотрим, что делается. Третий рюкзак делается. Алюминий титан. Оп. Да возьми ты его. Инвентарь полон. Ну, уран, думаю, не нужен нам. А алюминий титан, он нам пригодится. Пойдем забубеним себе рюкзак большой. Положим его. И насобираем все, что здесь лежит. Потому что, ну, блядь, потерять это будет очень грустно. Что такое? Угу. Алюминий. Я набрал все. Вроде все забрал. Вроде ничего не валяется. Теперь нужно сделать кислородный баллон. Железо, титан, кремний. Железо, титан... Титан есть. Так, уран переложу, пожалуй. Ну, потому что я его сейчас потеряю. Титан есть. Железо, кремний нужно найти. И будет все хорошо. Кремний, вот он. И железо, вот оно. Сейчас будет у нас с тобой новый кислородный баллон. И, соответственно, мы сейчас заживем только так. У меня из окна вот свет падает на меня, я очень осветленный. И сейчас, когда перестанет падать свет, а он перестанет падать, я буду темный здесь сидеть. 280, ты погляди, как много. Давай построим... Че построим? Построим из того бур, железо, титан, титан. А построим бур и пойдем вон туда. Титан, титан. И железо. Это кремний, это не железо. Чудилкин. Ну, магний. Кремний. Вон железо. Знаешь, я хочу построить один бур только из-за того, что... если я поставлю второй бур, у меня перестанет, ну, не станет электричество. А если не станет электричество, значит, мне придется его откуда-то добывать. А если мне придется его откуда-то добывать, то это уже как-то вообще ни хрена не спортивно, и получится, что я буду бегать здесь туда-обратно, пытаться восстановить вот эту всю ерунду. А мне оно нафиг не нужно, мне нужно просто-напросто взять и просто я хочу исследовать планету. Я пойду в первую очередь вон туда. Мне кислорода должно хватить. Там мы были с тобой, там ничего особо интересного нет, хотя вон туда мы не ходили, вон туда мы не ходили и вон туда мы не ходили. По сути, здесь еще три направления, куда нам нужно сходить. Ну, в принципе, это я, скорее всего, вырежу, вот я вот следующие вот эти вот попытки добежать до туда я вырежу. И будет у нас с тобой момент только, когда я появлюсь уже непосредственно на месте, докуда я добегу, соответственно. В итоге мы прибежали вот в такое вот странное место, где находится целый лес из камней, то есть из скал. Я вижу вон там уран, иридий,
Здесь я вижу какой-то упавший корабль. Возможно, мы сейчас с тобой вот здесь вот построим жилой отсек, потому что, блин, мы без него сейчас здесь не выживем. Смысла сюда бежать не было из-за того, что, ну, типа, просто так добежать и бежать обратно, ну, нерезонно, правильно, правильно. Соответственно, здесь нужно как-то заделаться и как-то здесь нужно задержаться. Если надо задержаться, значит, нужно построить жилой отсек и жить себе здесь спокойно, как бы, вот. Вот сюда вот я его поставлю. И поставлю здесь еще железо нужно одно. Одно железо нужно. Давай найдем одно железо. Оно, вот оно. Поставлю дверь жилого отсека. Вот сюда вот. Зайду внутрь, подышу. Попью водички, хочу заметить. Только не за главного героя, а за себя. И можно будет отправляться дальше. Вижу солнечную панель. Мы сейчас поставим ее вот сюда. Здесь чё-чё, знаешь, даже учитывая, что здесь не даются рецепты тебе из-за того, что ты ломаешь что-либо, у тебя все равно в итоге получается, что ты собираешь всю все составляющие этого предмета и можешь поставить его уже в нормальном состоянии, не в сломанном, которым вот он здесь вот сейчас, например, лежит. А в нормальном состоянии я возьму вот так вот, хоп, и поставлю. И получается, я поставил уже две... Опа, аж целых, наверное, три получается. Низкий уровень гидратации, иди-ка ты в жопу. Аж целых три солнечные панели сейчас поставлю. А этот ни хрена себе, хочу заметить. Это три солнечных панели. Это у нас с тобой семя. Алюминий, семя. Ну, это я уже дурака просто схватил. Я не знаю, зачем оно мне надо было. Просто пусть будет. И вроде как эти семена... Ой, семена. Вроде как эти батарейки дают аж 15 киловатт, если я не ошибаюсь, да? 19 киловатт, офигеть. То есть, 3 штуки, я только что 60 киловатт почти прибавил. Соответственно, если брать бур вот этот, который тратит 5, можно поставить аж почти 12 буров на вот это вот, на этот ресурс. Вот что я хочу тебе сказать. Вот насколько все это здорово получается. У нас с тобой 33 тысячи терраформации. Это, конечно, здорово, но все равно не настолько здорово, насколько бы могло быть. Мы сейчас придем сюда, а здесь лед, да, получается, тоже. Начинает таять в 100 чего-то там... Подожди, 100 НК. 100 НК это много. 100 НК это очень много, но... Скорее всего, там будет что-то очень полезное, что-то очень нужное. Пока мы давай наберем иридия вот отсюда. Я не знаю, зачем он пока нам нужен. Но он нам с тобой пригодится наверняка, потому что... Ну, потому что он же есть здесь. И ого-го, в каких количествах. Да, иридия за глаза. Иридия очень много, иридия хватает. Теперь пойдем вон в ту сторону. Мы сейчас с тобой дойдем до дома, ну, подышим. И пойдем дальше. В ту сторону, к большой планете, вот к этой большой луне. А там мы с тобой побываем, получается, во втором месте, где мы не были. Потому что мы не были справа, слева и совсем справа. Вот сейчас мы пошли в совсем справа. Потом пойдем в справа, обойдем и пойдем в слева. Как-то так. Примерно. Бутылка воды. Пойдем. Можно, конечно, было бы сейчас поставить буров. Из чего они тут делаются-то? Из титан-титан железа. И титан, титан. Инвентарь полон, вон тебе здрасте. А куда он полон-то? Из-за чего он полон-то вдруг? Титанчик. Титанчик, привет. Титанчик, так, здравствуй. Так, не натопить нажимаю. Давай выбросим один иридий. Возьмем титан. Титан, титан. Железо. Титан, титан, железо. Титан, титан, железо. Нужно всеми силами пытаться ускорить терраформацию. Нам с тобой все-таки... Это кремний, это нихрена не железо. Нам же нужно... Как его называют? Добиться голубого неба.
начинается. А, у меня есть железо. 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 Одно железо, блин. Хорош бомбить. Титан. Кремний. А вон титан лежал. Чё я мимо него пошел? Нелогично. Наставил буров, терраформация особо быстрее не идет. Скорее всего, потому что не хватает кислорода. Если не хватает кислорода, нужно его добывать. Нужно построить будет вот этих флоростендов и насажать туда цветов. У меня аж 5 штук есть. Ну и, соответственно, поставить нагреватели. Нагреватели от тени хухры-мухры. Из титана до железа они делаются. Чуть тут так темно. А, это вот отсюда смотрится нормально, смотри. Все хорошо снаружи. А тут вообще жуть какая творится. Титан до железа мне нужен. Титан до железа, титан до железа. Делов до делов-то. Кремний. Мой магний мне не нужен. Железо мне нужно. Железо до тебя. Ух, ёжики пушистые, ты смотри, как много всего здесь сделано. Нападано. Подожди, у меня что, нет алюминия? Есть алюминий, у меня все есть. Идем строить нагреватель. И заодно поглядим, насколько быстрее пойдет терраформация. Просто здесь, знаешь, я так понимаю, что здесь очень все сделано... Ну, типа, быстрее. Если у тебя что-то тормозит... Ну, типа, что-то недоразвито, значит, быстро у тебя не пойдет, насколько бы не развито, у тебя была другая бы структура. То есть у тебя есть тепло, давление и кислород. Соответственно, если у тебя будет очень много давления, от этого быстрее терраформация не пойдет. Экзоскелет 2. Тебе нужно все равно будет тепло. Тебе все равно нужно будет кислород. Если много кислорода будет, теплее не станет. Соответственно, все должно быть в меру развито. Так, здесь у нас с тобой, похоже, как будто бы алюминиевые какие-то сплавы. И на самом деле, да, ты гляди-ка, тут много алюминия. Ну, как много, он здесь растет. Он здесь растет прям вот. Прям как будто бы здесь... Опачки, здрасте. А здесь точно не было? Мне кажется, как будто бы я здесь был уже. Сложилось такое впечатление почему-то. Будто бы я здесь уже был. Что у нас здесь такое? Алюминий. Алюминий, алюминий. Алюминий, уран. Поем. Потому что, ну, блядь, еда бесплатная здесь лежит. Так. Суперсплав. Передовые технологии. Это, конечно, круто. Опять бомбят. Офигеть. Что такое здесь происходит? Вот это да, давай. Давай переложу вот это. Просто чип он нужен мне на самом деле. Чип-то нужен. Чип я сейчас возьму. И это тебе не Дейл. Я его могу засунуть сейчас в чертежи и посмотреть, что мне новенького дадут. Вот что. Из-за того, что я сейчас взял суперчипов, у меня их аж целых два. Я сейчас разблокирую какие-то новые рецептики. Кислорода мне за глаза хватит, потому что у меня есть баллон целый, который восстанавливает все полностью. Как и вода примерно. И я смогу сейчас... Смогу сейчас добежать, докуда захочу. Так, у меня здесь где-то есть постройка моя? Нет, я просто уже 2 дня не играл. И не знаю, есть у меня здесь что-то или нет. Нет, смотри-ка, нет, здесь нет. Так, давай, не будем искушать. Слушай, а у меня здесь нет ничего вообще. Погоди, а как... Я ж нос зачесался. А где? А куда? Мне казалось, что у меня здесь где-то что-то есть. Видать, это была мечта какая-то моя, да? И все. А, нет, вот она. Настолько далеко. Офигеть. Так, что у нас здесь есть? Здесь, походу, вообще ничего нет, да? Кроме, да, вот этой вот флоростенда второго.
давай попробуем сделать, не попробуем сделать, а сделаем, во-первых, чертежи железа кремний. Не, давай сначала сделаем сундук из железа. Железо-то здесь найти вроде как не проблемно, хотя я смотрю, кто-то тут уже его нет нигде, а вот оно лежит. Да, блин, это я выбросил, видимо, когда-то. Так, смотрим. Делаем сундук, перекладываем туда все. Ну, типа не все, а все, что мне не нужно сейчас. Чертежи, цветочки и иридий. Да и алюминий тоже в жопу. Вот, смотрю, из чего делается чертежи железа кремний. Кремний те, вот оно. Что-то он собирается, как будто бы новый. Хотя он не новый, его стирали с лаской. Ставлю вот сюда. Беру чертежи. Разблокирую чертежи. Скорость добычи 2. Сапоги ловкости 2. Вот сапоги ловкости — это здорово. А вот эта вот ерунда, в которой производительность труда, вот это вот она чё? Куда ее? Куда ее засовывать нужно? Подожди, давай, короче, сделаем вот что. Чтоб каждый раз не ходить туда-обратно, нужно сделать вот здесь производитель еще один. Где железо взять? Железо, вот оно. Железо, железо, железо. И пойдем сделаем создатель, который будет стоять в уголке. С помощью которого я смогу нормально себе все собирать. Ну просто бегать постоянно по разным базам — это вообще не камильфо. Суперсплавы 2 штуки нужны и 2 ткани. Суперсплав я знаю, где взять. Он находится в алюминиевой долине, вот в этой вот, где разбился корабль. А тряпки у меня и так есть, они вот они. А где? Подожди. Они, скорее всего, вон там, да, потому что я тряпки выложил. Тряпок у меня было много только что. Вот, сапоги ловкости... А у меня вообще хоть какие-нибудь есть? Да, есть. А они плюс сколько? Плюс 30. Отлично. Экзоскелет. Второй можно будет сделать, но он пока мне не упирается, потому что у меня сейчас за глаза хватает места. Смотрим, что можно сделать. Ну, что нужно сделать. Флоростенд. 2 льда, магний и кремний. Вот, и... Кремний, 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 кремний. Мне нужно кремний найти. Кремний нужно найти. Кремния 2 нужно взять. Аж целых 3, наверное, нужно взять, потому что я хочу сделать много. Подожди, что он делается-то? Одно железо, 2 льда, магний и кремний. 3 магния, 3 кремния, 3 железа. Где кремний? Я не вижу кремния. И это очень грустно. Подыши, зайди, ёб твою мать. Вот. Парам-пам-пам. Кремний-то где? А где кремний? А нет кремния больше. Все, кончился кремний, блядь. Все запасы исчерпались. Суперсплав, вот он. Вот он, суперсплав. Суперсплав. Тун-тун. И можно сделать ботинки. Да, смотри, сапоги-скороходы. И все. Я теперь вообще ношусь тук так. Но, теперь мне нужно. Смотри. Лед, блин. Смотри. Со льдом хрен... Шкаф для хранения мне не нужен. Кремний, магний, лед. Короче, я могу сделать один. Один могу сделать. Если льда наберу, могу 2 сделать флоростенда. Ну и еще один возьму, как раз чтобы мне хватило на 3 флоростенда. Раз, два, три, 4, 5, 6. Только мне не хватит чего? Магния мне не хватит, вот что мне не хватит. А теперь мне хватит на все, да? Кремний-то у меня есть, кремний-то у меня нет.
Кремния не хватит. Мне две штучки нужно. Кремния. Раз кремний. И два кремния. Теперь мне хватит на три флоростенда, которые я сейчас засею. Просто засею этими цветами, которые будут увеличивать быстро очень... Ух ты, нифига себе, как я отпрыгнул. Очень быстро увеличивать терраформацию. Индекс терраформации именно. Терраформировать будут планету эту, и все будет круто. Все будет круто, круто, круто. Да. Флоростенд. Вон туда. Флоростенд. Вот сюда. Флоростенд. Вот сюда. Положим. А сюда, значит, с чем мы положим-то? 150, 300, 150, 150. Та-та-та. Раз. Два. Три. Трансформация пошла... не знаю, насколько быстрее, но мне кажется, что она пошла быстрее. Можно еще... Смотри, уже нет, голубеет. Голубеет да голубеет. Так, пойдем посмотрим, поесть у нас есть, есть или нет. Есть у меня поесть. Пойдем сделаем что? Пойдем сделаем вот что. Переложу я все ненужное. А ненужное — это алюминий, уран и вот это вот канитель. Так, и пойду я, наверное, все-таки куда? Правильно. Возьму лед. Потому что вода у меня быстро сейчас закончится. И отправлюсь вон туда. Вон в ту сторону. Как раз в правую туда, наверх. Вон туда. Потому что там я не был еще. Хотя я не был еще и вон там. Соответственно, непонятно, что. Вон, видишь, там туман какой. А вон там что-то проглядывается, как будто что-то лежит. Как остров в Сабнафтике был тогда в тумане, и там вот было всегда интересно, что там находится. А там остров был, может быть, там тоже что-то очень интересное. Как и вон там, все-таки не просто так там сделаны вот эти вот балки лежат. Не просто ж так они там лежат, ты правильно? Правильно. Соответственно, мы сейчас с тобой идем, наверное, все-таки налево, вон туда. Сейчас я подышу и отправлюсь туда. А может быть сделать вот что? Пойдем вот сюда вот сгоняем. Тут есть нагреватель. Я помню, нагреватель здесь был. Его с тобой разберем. Ох, ёпа мать. И погляди-ка-то. Как будто бы я здесь не был ни разу. Или может я здесь и правда не был ни разу. Да нет, я здесь был. Да был я здесь 100%. Не был? Серьезно, я тут не был. Как так получилось-то? Поем, суперсплав возьму. Мне почему-то казалось, что я здесь был. Ну, видать, я вот-вот, да, все, я уже кабачки я не буду. А вот нагреватель второй я, пожалуй, разберу. И теперь смогу построить его дома. Подожди, это все? Все, что здесь есть? Да, это все. И что, я здесь не был, хочешь сказать? Я базу построил и здесь не был? Я просто так сюда заходил, что ли? Опупеть. Серьезно, смотри, сколько всего интересного сразу здесь нашел. А чё же я здесь ходил? Скорость добычи 3. Угол жилого отсека. Отлично. Так, мы с тобой можем что сделать. Нифига там бабочка летает огромная за окном. Можем сделать вот что. Поставить нагреватель. И мне кажется, гораздо быстрее пошла у нас с тобой терраформация. Опять же. А теперь мы со спокойной совестью бежим вон в ту сторону. Вон в тот туман, чтобы посмотреть, что там находится. Ведь там что-то интересное. Я вижу корабль. Я вижу огромный корабль. Просто огроменный корабль. Вон он смотрит на нас и ждет, когда же мы за ним придем. Вот. Мы с тобой играем всего полчаса. Индекс терраформации вырос вдвое. Было 20 тысяч где-то. Даже втрое, скорее всего, потому что было ровно там где-то... То ли 20 ровно, то ли 21 тысяча была. Там совсем малость была. А сейчас уже 60. Куда я бегу? Где все? Почему я ничего не вижу? Непонятно. Так, нужно построить будет жилой отсек. Там, где я буду... Там, где я буду. Вот. Соответственно, нужно железо.
и титан. Железо и титан. Железо и титан здесь есть, поэтому мы с тобой... Это кремний, это нифига не титан и не железо был. Угу, вот железо. Вот железо. А вот титан. И вот титан. И мы с тобой пойдем вот сюда. Кремний. Да пусть будет кремний, я не знаю, я выброшу сейчас лишнее все. Железо. И куча титан, специально, чтобы мы здесь с тобой сделали, видимо, пристанище. Я так понимаю, вход где-то здесь. Да, прогрузился, смотри. Вход где-то здесь. Соответственно, мы с тобой сейчас сделаем вот здесь вот дом. Дышим внутри. Ставим сундук. Выкладываем туда железки, суперсплавы, все вот эти кремнии, семена, все вот это вот. Есть еда и вода у меня с собой. Все, бежим. У нас с тобой большой кислородный баллон, да, на 280 единиц. Соответственно, нам с тобой хватит... Пойдем направо сначала. Хватит на... ненадолго, конечно, но... Так, разломать. Что здесь есть-то вообще? Так, тупик. Понял, направо-налево не нужно ходить. Пойдем, долго очень разбираешь. Это у нас что такое? Это семена, семена мне пока не надо. Так, водички выпью, уран возьму. Алюминий оставлю здесь в покое, потому что алюминий мне пока не нужен. Семена тоже брать не буду, мы с тобой пока не... Производитель продуктов питания, здорово. Микрочип, опять что-то падает сверху, ёшки-моталки. Ты слышишь вообще, как часто начало падать все сверху? Давай, ползи быстрей. Чё? Это что такое? Ракетный двигатель? Это я здесь ракеты буду делать? Крутота? Крутота. Пойдем обратно, подышим. Просто если я буду очень долго ходить здесь, я заблужусь и потом не смогу найти выход. Не смогу найти выход и умру там, вот и все. Это будет еще и обидно, досадно, но... Типа, не хочется такого доводить. Так, ничего, никаких звуков лишних нет. Показалось, как будто кто-то что-то рядом со мной разговаривает. Ладно, пойдем. Нифига, здесь огромные какие куски. Грохот такой, не видно, ничего, не слышно ничего. Идем с тобой дальше. Тут есть подъем наверх. Мы поднялись наверх. Здесь дверей больше нет, кроме как вот эта дверь. Вижу микрочип. Вижу семена. Вижу именно семена. Вижу то, что выращивать. Вижу то, что... это самое, да. Так. Иридиевый стержень. Ёб твою мать. Самородок биопластика. Суперсплавы. Семена, иридий. Давай иридий я набрал. Это у нас что? Лирмы, да. Давай возьмем. Бур третий открылся. Семи лирмы возьму, а по-любому пригодится. Я застрял. По-любому пригодится. Так, здесь больше ничего нет. Так, хорошо. Этот правый отсек, короче, мы с тобой только что проверили. Здесь тупик. Да, здесь ничего нет. Вот это мы взяли с тобой. Соответственно, мы идем с тобой куда? Куда? Посмотреть вот это? Это тоже возьму, пожалуй. Ну а что нет? Почему нет? Нож лежит. Так, идем, выкладываем все в сундук. Дышим. Чего? И живем себе спокойно. Ух, блин. Вот это да. И смотри, сколько я все набрал-то. Офигеть, ракетный двигатель, чертеж микрочипа. Иридиевые стержни. Суперсплавы какие-то. Вообще все, что можно, только было набрал. Давай сделаем второй сундук. Выключи фонарь. Делаем второй сундук, туда складываем все остальное. Потому что оно мне нахрен сейчас не нужно, понимаешь? Вот что. Так, еда, вода есть с собой, бежим. Просто спокойно бежим. Теперь налево бежим, потому что справа мы были. Мы с тобой ходили направо.
Мы с тобой там все посмотрели. Так, это у нас не ракетные двигатели случаем. А то уж очень-очень здесь хорошо, как получается-то. Так, я взобрался? Я взобрался. А, я вниз спустился, получается. Здесь у нас с тобой типа как жилые комнаты получаются, да? Семена. Телевизор огромный. Огромный телевизор. Так, здесь клавиатура, здесь ничего больше нет. Здесь у нас что? Здесь у нас тоже ничего особенного. Опачки. Микрочип. Еще может что есть? Нет, больше ничего нет. Вижу еще один иридиевый стержень. Уран. Алюминий тоже захвачу, иридия тоже захвачу. Все, пусть будет железо, так, ну, столько здесь. Ну ладно, возьму вот столько железа и пойду в соседний отсек. Отсек соседний, говорю, пойду. Здесь у нас что? Опять звуки, как будто что-то летит. И оно не как будто что-то летит, оно летит. Опять бомбят. Очень частые здесь осадки в виде метеоритов. Ракетный двигатель, еще один, аж олень. Так, наберу вот этого. Все, набрал. Ладно, хер на него. Хотя можно было железки выбросить и уйти. С железками. Точнее, железки выбросить и набрать иридия. Но я как-то поступил не прям разумно, но я взял все, что нужно было. Мы с тобой сейчас бежим обратно. Знаешь, с чем? Давай иридий переложим вот сюда. Суперсплав переложу сюда. Уран возьму. Семена возьму. Железо мне здесь сейчас не нужно. Семена возьму. Иридий переложу. И, соответственно, ну, мне больше, в принципе, здесь ничего не надо. Так, отсюда я возьму просто вот это вот. Что самое здесь ненужное? Еда. Воду пока пить не нужно. Железо переложу, возьму вот это и возьму вот это. Сохранюсь, потому что без этого здесь вообще очень тяжело. Здесь нельзя так делать. И пару секунд еще надо кое-что мне уладить. Я не могу, я очень белый сижу здесь. Я прям очень белый сижу. Потому что вон там вот свет, и вон там вон свет. А вон тот свет явно сильнее, и он меня прям ослепляет. Бежим с тобой, значит, куда? Правильно. Вон туда. Ого. Вот это да. А что это такое? Это какие-то, блин, цыганские фокусы. Я вижу, вон там еще что-то разбитое. А, это не там еще что-то разбитое, это оттуда я и пришел. Потому что вот эти скалы, это за вот этим разбитым кораблем были. Здрасте, приехали, а что такое у нас? Это у нас тут ничего особенного, да, понял. На самом деле гораздо быстрее перемещаешься, на 30% хочу заметить. Вместе с этим ускорителем, это, блин, очень сильно радует, потому что, блин, если бы не он, я бы сейчас ковылял. Очень долго. Уже, кстати, 80 тысяч. Хочу заметить, что осталось всего ничего. Сейчас мы с тобой наделаем флоростендов. Сейчас мы с тобой наделаем всего, что только можно. Нагревателей и всяких там еще этих буров третьих поставим. И будет все чики-пики. Потому что... В этом мире доброта. Вот сейчас вот сюда вот зайду. Тут, по-моему, есть экран с чертежами, чтобы разблокировать. Во-первых, разблокировать, во-вторых, потратить 4 ячейки. Перерабатывающая машина. Большой жилой отсек. Измельчитель. Лампа для территорий. Больше у меня нет. Смотри. Есть биокупол, который на 100 тысячах появляется. Есть бур, который, блин, ого-го как делает, но ого-го как не делает. У нас с тобой по энергии ты чё вообще? По энергии ничего никто не говорит, да? Бур, железо-железо, титан, алюминий-алюминий. Ну ладно, пойдем туда. Пойдем сходим вон туда.
Ща мы натворим делов. Тут надо-то всего делов, ничего. Посмотрим, из чего он делает этот бур. Железо, железо, титан. 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 Железо. Железо. Алюминий, алюминий у меня есть. Алюминий, алюминий у меня до жопы просто. Это алюминий, алюминий. Лежит он у меня, знаешь где? В сундуке. Надо, блин, все-таки окошко закрыть в следующую серию. Сейчас буду записывать и буду закрывать окошко, потому что это не здорово. Сидеть такой засвеченный. Солнца нет, а все равно светло очень сильно на улице. А окно прям вот оно, прям вот я на него, я вот в окно смотрю, сижу. Потому что... Суперсплав, а алюминий вот сюда. Берем и ставим бур. Ты смотри, какой огромный, блин, какой же он огромный. Ёпа-мать, смотри, вот это вот вырежу. Вот это вот вырежу. И на превьюху залеплю. Да... Терраформация пошла, блядь, только в путь. Ты смотри, с какой скоростью. Суперсплав возьму. Так, что мне нужно для еще одного? Алюминий, алюминий там нужен был. Алюминий, алюминий, ракетный двигатель я сюда положу. И иридиевый сплав я тоже сюда положу. Да и, пожалуй, я еще один алюминий схвачу, а положу сюда еще один иридиевый сплав. Стержень, точнее. Потому что... Так, железо, железо, титан, титан, делов-то. Титан, титан. Железо. Какой гидратации? Ты что придумал-то? Махни. Водички. Вобуянит. Просто так мне сидит, рассказывает, что у него гидратация пошла низкая. Не-не-не-не-не, это в другую сторону разворачивайся. О-о-о. Аж три бура можно влепить еще. Точнее, еще один бур влепить. Ты смотри, с какой скоростью у меня уже терраформация пошла. Алюминий, титан, титан, железо, железо. Я сейчас еще один поставлю. Еще один поставлю, и тут, знаешь, как... Будет здорово все. Железо, железо, титан, титан нужен. Нужен просто титан, титан, делов-то. Это железо, железо. Мне нужен титан, титан. Угу, угу. Так, это... Блядь, у титан-то. Титан, 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 титан. Железо, железо, железо. Давай еще одно железо схвачу. И пойду за алюминием, соответственно. Алюминий-то у меня есть? Надеюсь. Надеюсь, что есть, блядь. Если нет, то это очень грустно. Потому что я уже набрал на два бура, а у меня алюминия не будет сейчас. А тем более еще для вот этой ерунды алюминий по-любому нужен, да? Не, алюминий вот он лежит. Аж целых два. Ух. Ух. Так, отлично. Ой, а что такое вот у нас? Что это? Флуоресцент 3. Давление прет вверх. Тепло очень медленно растет. И кислород. Кислород очень медленно растет. Соответственно, мы с тобой еще кислород в мандюре. Давай вот так вот сделаем. О, нет, второй этаж мы не будем делать. Мы сейчас с тобой вот так вот сделаем. Вот так. И вот здесь будем делать флуоресценды. Железо, лед, лед, магний, кремний. Так, кислород у нас вроде, ну, пошел. Немножечко быстрее расти. Я посадил два растения. Просто давление прет гораздо быстрее из-за того, что у нас с тобой этих буров стоит миллион. Просто до тридцатки, ну, долго добираться будет, с учетом того, что кислород очень медленно вырабатывается на этой планете. Из-за того, что, блядь, ну, из-за того, что? Из-за того, что я, смотри, как мало у меня этого кислорода. А вот этих вон три вон стоит только тут. И вот еще два стоит. И еще вон там стоят. И еще вон там стоят. И еще вон там стоят. И везде стоят они. Но!
На это не сильно влияет, знаешь, на что? Это не сильно влияет на то, что мы с тобой сейчас... Что это такое? Железо-бутылка воды. Давай железо-бутылку воды найдем. Железо и бутылка воды. Это не сильно влияет на то, что у нас реформация прет только в путь. Уже 112... 113 тысяч почти. Ой. Мы сейчас производитель еды с тобой забубеним. Вон туда. Я же говорю, мы с тобой сегодня сделаем 175 тысяч неба. Этого голубого. Ядерный реактор. Ёпа мать, ты смотри, что творится-то. И у меня, кстати, все есть для того, чтобы ядерный реактор сделать. Хочу заметить. Кроме уранового стержня. Да, это грустновато. Так, что я хотел сделать там? Так, нагреватель можно сделать, но я его не буду делать. Кислород-то он не дает? Не дает. А тут кислород ничего и не дает, кроме как... Блять, кончилось электричество, серьезно. Магний, кремний, кобальт, кобальт, алюминий. Опупеть. Железо, магний, кремний. Кончилось электричество. Ой, блин, вот это вот, да, вот это бывает такое. Я какую-то мысль не закончил, но я ее уже не помню, поэтому да. Железо, блять. Здрасте. Так вот. У нас сейчас с тобой будет голубое небо. Оно уже, кстати, голубое. Чего оно не засчитывается, непонятно. Уже голубое небо. Мы достигли голубого неба. Чего еще-то нужно? 175 тысяч TI. Терраформации. Терраформация индекс, наверное. Terraformation индекс переводится как... Но, смотри. Мы с тобой сейчас можем сделать вот что. Мы сейчас можем построить... Это слишком много требовательное. Измельчитель. Взрывчатый порошок у нас такого нет. Тем более осмия у меня тоже нет. Перерабатывающая машина... Вообще непонятно, что это такое надо и зачем. Вот это тоже не могу сделать. Маяк, но он типа нужен, но не нужен. Можем сейчас пока что заняться тем, что мы сейчас с тобой пойдем... Вот куда? Куда? Пойдем... пойдем куда-нибудь... Вот куда-нибудь... Пойдем вытаскивать все, что я наложил там в сундуки. Вот куда мы сейчас пойдем. Сейчас сделаю сундук вот здесь. И буду перетаскивать отсюда вот сюда. Вот что нужно делать. Это полезное занятие просто. Просто хотя бы хоть чуточку полезное. Да что такое-то? Да не хочу я наименование давать сундукам, если я все равно не запомню, что здесь лежит. Так, сюда вот можно растение положить. И что я хотел сделать? А, воды набрать. Воды, 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 воды. Вот, возьму вот этот. Еда у меня есть, если что. Ну как, если что? Я ее сейчас сожру, конечно, эту еду-то. Ой, что такое? А, я сюда не положил семена. Семена чего, кстати? Баклажаны. Вода. Вода. Побежали. Сейчас мы с тобой будем переносить вещи. Так вот, за мной находится задание первого шага. Написано, первые шаги, достичь голубого неба 175 тысяч. И как ты видишь, мы почти их достигли. Та-дам! Отлично! Продвинутая станция сборки. Получен новый чертеж. Так, что у нас там есть? Алюминий, 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 титан, магний, кремний. Сейчас мы и займемся сборкой этого чудо-аппарата. Алюминий, 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 алюминий. Небо голубое, смотри. Красота, красота. Терраформация жжет просто. Летит вообще только в путь. Уже 178 тысяч почти. Вот. Флоростен 3. Отлично. Теплота тоже идет вверх. И хочу заметить, что
Для этого потребовался всего час. Если бы в самом начале я немножечко меньше тупил, то есть я не две бы серии записывал, а записать бы мне хватило бы только одну. Алюминий, кремний, титан. Что там мне нужно-то? Два алюминия еще и магний. Два алюминия осталось. Это мы сейчас наберем вон там этого алюминия. Будет просто с лихвой. Уровень низкий уровень гидратации. А у нас о, сколько гидратации? У меня одна бутылка воды есть с собой. Мне ее за глаза хватит. А потом мы с тобой пойдем вон туда. Вон на Луну пойдем, на большую. Здесь почему-то всегда темно. Независимо от времени и суток, здесь всегда вот так. Я, возможно, поделю вот это вот видео на две части просто и все. Типа, я просто буду записывать, скорее всего, еще полчаса точно. Мы с тобой посмотрим, что здесь еще есть. Как раз мы сходим вон туда. Ну, туда. О, тут я был. Как раз туда сходим, посмотрим, что там есть. Что мы сейчас собираем-то? Мы сейчас с тобой собираем... станцию сборки. Но алюминия мне кажется, потребуется гораздо больше, чем я сейчас собрал, поэтому давай просто все, весь алюминий здесь соберем, чтобы он у меня был. Просто чтобы был у меня этот алюминий, потому что я буду нервничать, переживать, постоянно его искать. А зачем мне его каждый раз искать, если можно каждый раз не искать? Так, попить. Подышать потом подышу. Я хочу сохранить себе немножечко, так сказать, ну, зачем... раньше времени это делать. Да не хочу переименовывать чужой ящик. Поесть надо. Можно еще? Да, хватит. Все нормально. С кислородом пойдем. Можно теперь смело. Да, у меня этого алюминия жопой жуй. Можно отправляться спокойно на базу. Делать... станцию продвинутую станцию сборки и уже отправляться вон туда, на большую Луну. Что-нибудь там сейчас увидеть. Кстати, у меня свободный этот слот есть, надо железо захватить. Вот посмотрим, что там есть. В общем, я поставил стол продвинутый, он жрет 12,5 киловатт, и у меня просто погасло все здесь. Я построил реактивный ранец. Из двух ракетных двигателей делается. Огромный рюкзак из титана и рюкзака. Огромный кислородный баллон. Ух, блин. Реактивный ранец я сейчас сделаю. Он делается из титана, всего лишь навсего титан нужен. Остальное у меня есть. Суперсплавы у меня тоже есть. Титан нужно найти просто и все. Сейчас я титан сделаю. Точнее, титан выкопаю. И сделаю себе реактивный ранец. У меня же хватает даже места для того, чтобы засунуть туда этот реактивный ранец, ты понимаешь? Ух, блин, вот это да. Класс, он еще быстрее теперь летает. Смотри, так, теперь я делаю что? Кислородный баллон можно побольше сделать, а лучше сделать большой рюкзак. Тоже титан нужен. Ну, пойдем долетим. Не знаю, насколько быстрее, но быстрее. Еще нужен был кобальт, по-моему, да? Ой, ёб твою мать, смотри, сколько всего здесь лежит. Так, а теперь мы просто берем, смотрим, из чего делается рюкзак. Три суперсплава и титан, три суперсплава и титан. Все остальное выбрасываем. Надеваем четвертый рюкзак. Охренеть, как много места становится у нас с тобой внутри. Теперь поместится абсолютно все. Тут сколько ячеек-то? Раз, два, три, семь. На четыре, 28 ячеек. Ошалеть, как много всего можно взять. Так, и можно сделать кислородный баллон из трех суперсплавов и кобальта. Пилов-то. Это мы сейчас быстро. Раз, два, три и кобальта. Так, и кислородный баллон. Раз, раз. На 370, ёшкин кот. Охренеть, сколько обновок. Ну это ты понимаешь, да, уже? Все, это игра серьезная. Теперь игра идет уже по моим правилам почти.
Почти по моим правилам, не совсем по моим, но по моим уже. Что сюда можно положить? Сюда можно положить еще уран. Отсюда нужно схватить поесть. Не, это мое жить. Отсюда надо лед схватить и переработать его в водичку. Ну и, соответственно, отправиться. Индекс трансформации тем временем уже почти 220 тысяч. Он, короче, вверх меня не сильно поднимает, этот летучий ранец, но он очень хорошо ускоряет меня, то есть я быстро достаточно лечу. Бежал бы я, наверное, медленней. Ну да, не прям я быстро бегу, а вот лечу я очень даже быстро. Ну нифигово так, я тебе скажу, нормально. У меня есть с собой кислородный баллон, есть что даже, да? Да, у меня есть даже кислородный баллон, если что, я не умру. Тут как-то много всего лежит, смотри. Куда-то я... Мне туда не нужно, мне нужно вон туда. Мне нужно наверх. Это что такое? Супер сплав. Офигеть, да тут вообще все ж... Убери, не хочу, понимаешь? Пойдем туда. Мне нужно в корабль в этот попасть. 100%. Я туда очень хочу попасть. А вот и вход. Здрасте. Да давай уже, пошли, 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 пошли. Сколько времени ждать, пока ты растворишь эти железки? Все. Так. Здесь у нас есть уран. Есть еда. Воду я не буду покопить. Суперсплава здесь много. И так лежит. Хочу заметить, братья, его из сундука пока не хочу. Так, что у нас здесь есть? Еще чертеж. Взял я его? Взял. Еще сундук. Семена, 400%, ошалеть. Возьму его. Чтоб кислород у нас вообще только так шел вверх. Здесь что у нас с тобой еще? Так, ну уран, давай возьму. Семена возьму. И сделал вот это вот возьму. Посмотри, что тут лежит еще. Еще уран возьму. Вот этот возьму, вот этот возьму. Тряпочка тоже можно взять. Иридий я брать не буду, потому что от него смысла сейчас пока нет у меня. Возьму вот это. И здесь что бы взять можно было бы? Уран. 300% вот этой ерунды. На самом деле уран пока самый важный, скорее всего, в моей игре. Да. Так, и я так понимаю, здесь больше ловить нихрен, да? То есть мы пришли сюда, посмотрели на этот корабль, который особо как бы ничего особо из себя не представляет, хочу заметить. Но в нем интересного было абсолютно ничего. Я все восстановлю себе, чтобы вообще даже не смотреть на эти характеристики, потому что смотреть на них смысла нет никакого. Когда у тебя такие, блин, запасы, 370 кислорода и воды там вообще хватает минут на 10 игры спокойно. То есть постоянно смотреть, когда же он у тебя закончится, не очень нравится мне. Я так понимаю, можно прыгать с любой высоты, и я не разобьюсь. Просто потому что. Здесь ловить нечего. Пойдем обратно. Пойдем посмотрим, что делается. Из чего делается ядерный реактор. Мы с тобой вообще все сегодня сделаем. Всю игру пройдем сегодня. На самом деле нет, минуточек еще 20 и все. Конечно, очень много кислорода у меня сейчас. Баклажан вырос. И дальше растет. Ну и ну. Так. Смотрим, еще делается. А как ядерный реактор-то сделать? Погоди. А, вот еще делается. Урановый стержень нужен. Нужно просто много урана, да и все.
Так, урановый стержень, сплав из бутылки воды. Вот это да, вот это рецепт. Вот это я понимаю. Так. Поставим еще один сундук. То, что нужно. Переложу все сюда, все, что вот у меня есть. Кстати, микрочип надо положить вот сюда и пойти исследовать все, что там я нашел. Спутник, GPS спутник нашел. Фонарь 2. А это что такое фонарь 2? Сера. Откуда же я эти возьму-то? Серу-то найдут. Найти надо серу еще. Придумал тоже. Серу. Так, так, смотрим, что нужно-то. Две бутылки воды и суперсплав. Суперсплав я вытащил случайно. Так. Так, что мне еще нужно? Все, больше ничего не нужно. Ядерный реактор нужно поставить подальше от строения, чтобы он мне ничего не придумывал. Чтобы он мне нигде не подорвался. Ну, потому что ядерные реакторы, они, знаешь, такие. Так, смотрим, что у нас с кислородом, что у нас с теплом, что у нас с давлением. Все хорошо. По энергии мне бы посмотреть. Есть у меня тут компьютер, который энергию считывает. Перушка, он вон там. Сколько у меня свободных киловатт-то? Киловаттов. Киловаттов. Мне кажется, конечно, достаточно у меня свободных. Наверное, около сотни. Да, 105. Что можно сделать? Давай продвигать тепло. Хотя можно делать флоростенды. Два кремния, алюминий и магний. Кислород сейчас прет с огромной скоростью вверх. Потому что я насажал этих флоростендов третьих на улице. Вон они. Аж целых 4. Они вырабатывают кислород. И очень скоро, я думаю, даже можно... Облачко? Если есть облака, значит будет дождик. Интересно получается. Вот. И, короче, вот чё, в чё дело-то. Вот в чём дело. Мы сейчас с тобой что сделаем сейчас? Что мы сейчас с тобой сделаем? У нас есть с тобой реактивный ранец. У нас сейчас есть с тобой все, что нужно. Что здесь еще интересного лежит? Биокупол на 100 тысячах. Можно тепло теперь, короче, делать. Тепло теперь уже необходимо. Точнее, уже тепло необходимо. Вот это на 80 разблокируется. Но пока что... Пока что у нас с тобой 80 нет, можно сделать вот так. Кремний, железо, алюминий, титан. А, кстати, алюминий кончился, по-моему, да? Нужно пойти опять набирать его. Да, сейчас я как наберу этого алюминия и вернусь. Я, в общем, пока бегал за алюминием, у меня уже разблокировался третий нагреватель. И, соответственно... Мы сейчас будем уже делать третий нагреватель, а не второй. Вот тут нужен нюх и себе. Этот делает 4 тепла, этот делает 28 тепла. Это очень много. Титан, кремний и иридиевый стержень. Иридиевых стержень... Пусковая платформа тут есть. Нихуя себе новости. Иридиевых стержней у меня аж целых 2. Соответственно, мы сейчас с тобой забубеним аж целых 2 нагревателя. Нужен алюминий, кремний и титан. Кремний и титан нужен. Что это такое? Что за ерунда такая случилась? Почему тут туман? Не туман, даже песок. Прям как будто бы вьюга какая-то, вот этот, как называется-то, песчаная буря началась. Слушай, а вот его нельзя ставить на улицу почему-то. Чё он не может греть снаружи-то? Да пускай тоже тут стоит, чё ж делать-то? Нормально, попёрло тепло? Попёрло тепло, ты смотри, как быстро-то. И до 100, кстати, он доберется быстро. Просто нужно чуть-чуть прям подождать. Разбрасыватель травы. Очень скоро откроется у меня разбрасыватель травы. Цветочный горшок. Нагреватель. Разбрасыватель семян деревьев. Офигеть. А почему Т2? А где будет? А где первый? Второй?
У меня есть разбрасыватель травы, у меня нет разбрасывателя травы 2, у меня есть разбрасыватель семян деревьев 2. А первого где? Первый где? Ага. Может, он где-то здесь? Угу. Добывает руду из земли. Нам нужна вот эта вот ерунда. Откуда же мне взять ее, если у меня нет осмия, например? Кстати, тепло, когда до соточки дойдет, начнет плавиться лед, который снаружи, вот в этих в пещерах. И будет очень круто. Но мы на этом все закончим. И хочу попрощаться, сказать спасибо за просмотр. Обязательно поставь комментарий, напиши лайк. И увидимся с тобой в следующей серии.